Прищелкни его, как это? Посередине ровно, да? Да, посередине просто ровно делай, и все. Я его отрегулирую. Ты, главное, ровно сделай отсюда, оттуда, и все. Вроде так. На чем хотелось бы закончить? Смотрите, я теперь не свободный мужчина. Простите, ребята. Он улыбается тебе? Смотри, прикручишь, потом перекручивать придется. Нет, потом уже нельзя. Точно вы это, не надо его перевернуть. Я сделаю, он вставляется хоть так, хоть так. Сколько гребенка есть. Крепёшь в ту сторону? Ты главное ровно его прикрепи, и все. Все. Вот крепи. Миллиметры, я думаю, тебе тут. Не, тут может быть рыба может сыграть. Как он к щуке готовится, ты посмотри. Да, я... Профессионально. Хочу 10-килограммовую. Да? Я вон эти штуки припаял, вот теперь у нас чипчики есть. Вся рыба наша. Чик-чик-чик. Вот рукой сюда надави, чтобы он туда не... О! Нет, вот просто на угол, чтобы он туда не опрокинулся. А. Да. Ну давай. Последний замер пьяным глазом. В очко. Золотые. Ты ухо мне, главное, не сломай, которое крепит. Какая у вас интересная дощечка. А все. А судой? Обязательно. Даже вот так могу вам подвинуть. Ну, теперь уже он жестко держится. Да. Марафон на повал. Ну, все. Все, девочек, вот теперь шикардос вообще. Да, теперь вот. Теперь ее чик опускаешь. Вот так вот защелку раз кверху. Я видос смотрел, чтобы так уметь делать. Вот. И все, правильно. Порыбачили, ты его отщелкнул, коробку да. снял. Вот эту штуку, видишь, вот так. Да. Не этот сразу. Я убрал в этот, в ящичек. А, вот, на себя. Или куда? Да, на себя. А, эти штуки поджать. Вытаскиваю. О. А если надо вот так, то вот так, если, ну, сверху. Ну, я понял, да. Вот, вот так поставил. Опять защелкнул. Ну и все правильно, конечно, пусть он здесь будет это, постоянно. Ну да. Видишь, как удобно. А это снял, вот и все. У тебя аккумулятор, главное, под ногами не мешает. Не мешает. Да все, не, и удочку я воткну. Я да. не только мотор на тебя смотрю. И когда только стоп, если зацеп. Ну какие штуки. Все, осталось только, чтобы караси были. Караси будут. И плотва. Че, поели? Монстры. Порося. Влад чистит. Волчан. Ну что, поросята? Крик, шум, гам. Чеза, куда-то собралась лезть. Господи, вот достали эту бутовку уже. Сейчас, сейчас. Кушайте.
Да ладно. Так, и все. Да не крутимся мы. Смотрите, появился. Я не знаю, где, у меня ровно идет. На 7,6, но ровная, по дну фигачит, видно, не обманул насчет подлинного бандита. Рыба разная. Где у тебя она, за лодку уходит или нормально идет? Дождик закончился, чуть-чуть, да, этот, не, шум, да, не, нормально. Рыба разная есть. В таких больших глубинах не особо рыба, она. Любят 7, 6, 5. Вот она и вверху, и внизу, везде. У тебя что? Ты поддергиваешь? Так можно? А не, ну а зачем? Чтобы этот играл лучше. Да, конечно, не. Сейчас мы снимемся и на большой скорости пойдем попробуем на ту дамбу, где я слайм и рыбу ловил, да и с каюром. Это дом рыбака и охотника. Рыбы, видишь, сколько много, но как он разные, и на дне, и везде. Берега давишь, говорит, нифига. Пока тихо. До 10 килограмм мы отпускаем. Не разбинивается золотёк. Да. Берем только филей. От 20. Ну, 15 туда, куда ни шло. Ну, одна филейка, 15-20. Да. Да, икры, ну, где-то банки две. Ну, хотя бы полтора литровых. Потому что, ну, смысла нету. Зачем? Это зацеп или что? Что-то. Или мы зацепили с тобой. О, бьется. Володь, снимай. Снимаю, снимаю. Ну, как ты снимаешь? Есть, есть. Ты на меня просто, вон. Нет. Вон она. Вон она. Вот она, Володь. Теперь я поймал. Молодчинка. Все по-честному. Все как есть. Только проговорили. Отлично. Вот так. Готов. Блядь, смотри, я накаркал. Слушай, неплохо. Судачок. А, не, щучка. Щека. Блин, я снимать и целиться. А как-то? Есть. Давай. Есть. Давай, занимайся.
Тихо, 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 сейчас все будет. Володь, у тебя смотать надо будет тоже сейчас. Да, я знаю. Гринозный. Видишь? О, как зацепило, как она хватанула-то. У меня вот, ну как их сейчас сдергивать, блядь, без этого, блядь. Да. Слушай. Ай, блядь. Как ее маханул, ее разорвало там даже. Что-то, бля, ну, по идее должна вылезти. Вышли размяться. Да, завтра на лосе, ну, я в этих сапогах, тепло, стоишь. Да. Руки это... можно и в кишках погреть, если будет все нормально. Засунул поглубже, так чуть подержал, не делал никогда так, когда... Так, как будто ковыряюсь, как будто занят делом, знаешь, а сам, о, тепленько, руки отходят, когда мороз. А здесь, глубина, да? Здесь глубоко очень. Если вода, представляешь, вот она, край песка. Нет, тут залив, когда утки хорошо. Тут бобры раньше жили, норы старые вот остались, вот дырки. Вон и облагородили, видишь, все сделали. Не, нифига. Так вот по деревьям пойти, вода стоит. Вот под березы. Представляешь, какая глубина? Да, наверное, метров 6 тут точно есть. Сразу, да. Лодку бы не унесло. А? Может, на рай его? Выполз, выход, да. О, так полно. Чаек. Ну чё, делаем тудой-сюдой? Да до дома надо обедать. Щуку я маме отвезу. Почищу дома сейчас. Пусть пожарит. Слушай, а мы ж поедем, пока как раз на рынок заедем, кольцо вот это посмотрим для лодки. Что ты там хотел придумать? Нам в креп-маркет надо? Ну да, где-то. Крепеж. Ну заедем, посмотрим тогда заодно, пока время. Может на вечерочку, да? Может сейчас просто поехали? Не, мы сейчас... Вон, смотри, сколько уток в линейку. Тры-тры-тры. Только проплыли, не были. Не, мы сейчас протроллингаем. Туда-сюда, туда-сюда и... Юрец, короче, я за любую мазуту. Не, мазут... Поехали, короче, понятно. Сейчас. Приготовь ее. О. Тихо, подайте. Впереди. Ой. Вот две еще здесь. Чайки. Что, поймал, что? Утки. Дождик пошел, да? Жирные, смотри какие. Не да. Наш залив 4,2. Дождик, дождик. Обеты. Не, на вечерку сгоняем. Пару часиков хотя бы. А то мы прокатали, что-то быстро все пролетело.
Не, был бы термос и вода. Не, нам просто надо доехать. Нам дела, что нам делать, кирпичи достать, не забывай. Кирпич, да, щенкам. Дела переделаем, потом уже по времени будем ориентироваться. Там глубина пошла. Чудо-юдо какое-то. Ну-ка. Все-таки, значит, это не за этот. Ну, когда ударил. Щеренок. Слушай, ну самая вкуснота. Ну ты все вверх поднял. Ну вот, видишь, и ты поймал. А ты говоришь, мама, мама, так бы и сразу, папа. Так, ладно. Вкусняшка. Ну, сразу настроение другое, да? Рыбы много было. Что, Володь, есть икра? Сколько килограмм есть? 900. Грамм 900? Да. Вкусняшка. Сейчас щенкам грею. Сейчас собакам тоже надо прикусить. А в малыше будет килограмм 3, наверное. Малыш, ты меня волнуешь. Слушай, нормально. А желудок пустой, да? Да. Нифига толком. Значит, она еще не жировала. Да, вовремя мы смотались. Вернее, нас удочки сказали, не пора ли бы вам до дому, до хаты. Так. На куски просто, да? Чего? Почистить, да? Что чистить? На куски просто режем. А почистить шкуру? Ну, а что, его запустить, так пожарим? А? Так пожарим. Ты мелкую, ты как ее почистишь-то? Как? Поскоблить-то да? Это? Шелушу, ты что, обалдел, Володь? Ты что, она вон нормально чистится. Да? Ну ладно, ладно. Не, а ты хотел... Ты хотел шелухой, ты что, обалдел? Срезаешь? Не, почистите со шкурку. Шкурка самый цимус. Подкожаный жир. Рыбий. Самое то. Это мы с лося будем шкурку снимать, а? Ладно. Почистите и все. Мы на дольке ее этот. Сейчас в муке я ее пожарю, будет она... Но сначала борща с лосятиной. Поедим, чтобы не особо нападать на щуку. Она хорошо чистится, Володь. Во. Надо было тебе ведро с водой. Раз, сполоснул в ведре. Ведро одно здесь, где-то стоит возле колодца, а одно у собак с водой. Ведро где-то возле колодца. Ну, хочешь около колодца сполосни. А, вон это, за прицепом ведро с водой стоит. Дойдешь за прицеп, она с водой как раз стоит. Да, да, она с водой, я только вчера налил его. Прям раз в ведре, опа, опа, и полная жимолость.